Знаете, каждый раз, когда я пытаюсь пробраться куда-нибудь в Скайриме, еще тем более это такой снег, особенно миссии с Call of Duty почему-то, где там под снегом нужно было пройти и прокрасться. Я, по-моему, кстати, прокрадывание не очень-то и развито, но все-таки я пытаюсь. Вот, я скрылся. Опять скрылся. Опять скрылся. Я такой скрытный. Опять меня видно, опять я скрылся. Теперь я скрытый, 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 скрытый. Такой скрытый, скрытый. Значит, косел, ты меня увидеть хотел. Вот тебе за это, ублюдок! Так, теперь я опять. Скрыто, 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 так иду. Скрыто. Что? Эй, тут был какой-то другой способ это сделать. Ну блин! Я такой скрытый, это миссия в Call of Duty. Это миссия в Call of Duty под снегом. Я должен вот это так сделать, как я это сделал. Теперь мне нужно обойти вот этого чувака как-то незаметно. Может сделать вокруг него круг. Вокруг того чувака, который меня почему-то не видит. Вау, ты ничего не видел. Ты ничего не знаешь. Ты ничего не поймешь, когда я буду тебя убивать. Из тебя тоже возьму одежду. Потому что, почему нет? Вы же не будете пытаться остановить меня, пока вы бегаете до галошом. А че вы должны замерзнуть? Серьезно? Что за фигня? Что за... Что это было? Что это было? Ничего не было! Ребята! Ничего вообще не было! Я просто обокрал всех и пробрался внутрь. Так, а как же мне выбраться теперь с этим чуваком, который тут должен находиться? Я же не могу его заставить застелсить так же, как я. Потому что такой, как я, это один человек на миллион. Боже, он там где-то еще и далеко внутри. Видимо, мне придется пробираться с боем. О, боже. Не для меня все эти прокрадывания. Просто не для меня. Я могу затушить свечки как-нибудь. Нет, никого тут нет. Я чувствую себя как в миссии. Серьезно. Мне кажется, они уже знают, куда им смотреть. Или нет. Смотри, как маг бегает. Как. Я чувствую себя горы, как в миссии. Наверное, ты слышишь вещи, ага. Наверное, это все твое воображение. А, стойте, у меня же есть клевое заклинание, которое, возможно, поможет мне в моих невзгодах. Так. Только попробуй меня заметить. Я тебя убью нафиг. Опс, меня заметили. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вы были так добры. Сейчас, постой, постой, детка, постой. Так, ой, какая драка началась. Пока я вас убивал. Ой, нет, 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 я не хотел этого делать. Ты смотрела фильм? Я не помню, как он назывался. Там еще так эти стрелы летели. Так, тыщ! И стрела летела. Я не помню, как назывался этот фильм. Вау, ты увернулась. А тут ты не увернулась. Смотрите, как я тихо прокрадываюсь. Я тихо так прокрадываюсь, что меня никто не заметил. Как я буду их убивать. Что это было? Это игра твоего воображения, детка. Нет, нет, ребята, нет, 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 смотрите. Я был там, где рядом. Я как Вескер. Вау, вау, вы быстро на меня среагировали. Даже слишком быстро. Эй, 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 пробивайся, щит. Вау, 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 вау. Ну-ка, познакомься с своим. Вау, вот это было хардкорное убийство. Мне понравилось. Надо почаще так делать. Надо почаще выходить народ и всех убивать. Может, у них, кстати, что-то было. Ничего интересного. У вас у всех броня. Я не хочу воровать вашу броню. У меня есть броня. То есть, если бы мне была нужна броня, я бы, наверное, ее уже сделал. Потому что я кузнец сотого уровня. Потому что кузнецом тут легче всего стать. Берешь миллиард каких-то кинжалов делаешь и все, и в кармане. Пошла когда от меня, я сказал тебе. А ну-ка и не встала. А ну-ка и не встала. Ты отпустишь стрелу или нет?
Ладно, я тебе помогу и отпустить. Отпускай стрелу. А знаешь, что еще веселее? Фусруда! Нет, блин, она медленно останавливается. Зато он пытается за мной следить. Точнее, это даже она. Как ты можешь следить за тем, кто прямо сзади тебя? О, черт. Ну смотри, я вижу, слому, у тебя кровь появляется. Ты сдаешься? Ну так и быть, я тебя оставлю в живых. Нет! Вау! Ха! Ха! Я тоже рад тебя видеть! Сколько лет, сколько сил! Мы не сдаемся! Тут сколько вас тут? Мы закончили с этим дерьмом. Где этот заключенный? Я уже тут всех перебил, пока его искал. Надеюсь, он того стоил. О, привет, маг. Смотри, какая магия. Я никогда не слышал об этом. Она слишком андеграунд. Потому что скоро ты будешь андеграунд. Потому что ты будешь мертвый под землей, понимаешь? Я все джол. Мне нравятся эти самоубийства. Я просто ему помог самоубиться. Я думаю сам... О, у тебя ничего нет. Это печаль. Я здесь, чтобы спасти себя. Слушайте, я спасаю Арнольда Шварценеггера. Это круто. Походу, он также туповат. Но у него есть магические способности, это круто.